шишковидная железа, в смысле. Ну а почему раньше было потяжелее? Вот продолжая разминать шишковидную железу, накачивать ее силой и визуализируя светом, прям как она наполняется. И что всплывает? Какие ощущения, структуры, формы? Ну, я как кристалл такой, видишь? Какой кристалл? Зеленоватый такой. Грязь где-то есть, что-то мешает ему. Ну, там темное просто пространство, в темном пространстве. Ну, почему в темном? Ну-ка, освети его, это пространство вокруг. Почему темное-то? Не знаю, ограничения что ли какие-то. Ну, прояви их. Руками поразводи прям. Или возьми палку такую светящуюся и ею потыкай. Не знаю, как купол что ли какой-то. Ну, потыкай. Чё за купол? Сразу информация. Вот ты тыкаешь палкой, информация сразу приходит. Ты понимаешь просто, потому что все связано со всем. Ты часть вселенной. Информация свободно всегда обменивается. Такое ее, такое свойство. Пока ты сам решил, что тебе это не надо. Вот ты штыкляный, что ли? Вот. Хорошо, разбей тогда этот купол мешающий. О, что-то мне в спине заколбасило. Во-во-во. Это лень твоя, Костя, тебя колбасит. Да? Как только нужно что-то сделать, я сразу там колбасит, там колбасит. А ну выбрасывай это. Такая программа, лишь бы не делать. Да, да, да. Тебе только сказали разбить купол, у тебя там и там, и кашель, и все подряд. Что мешает тебе освободиться? Включить мозг. Ведь чтобы все это повыкидывать, нужно просто включить мозг. Что мешает твоему мозгу включиться, осознаться? Тебе сказали, что нельзя, нужно быть быдлом, тупым, отхихикивающимся, ну, от любой помощи, отшучивающимся. Какая тут, наверное, вокруг меня все крутится, гадость какая-то. Ну, оно тебе надо. Энергия какая-то. Ну, кто это говно должен убирать, если тебе это не надо? Пантерка может дать покой, что ли? Тебе очень лень. Для начала тебе нужно признать, что это не твое, и тебе это не надо. Это не мое. И убрать, а пантерки лишь помогают. Пойми, делаешь все сам, все остальные лишь помогают. Рассказывай, что видишь. Все, образы пошли. Да и спины вот эта хрень какая-то. Что за хрень? Вытаскивай и смотри. Не знаю, что за хрень, но какая-то хрень. По-прежнему ржешь, как деревенский дурачок, но уже начал работать. Уже прогресс. Хорошо, я рад за тебя. Давай, вытаскивай. Что-то твердое, наверное, я не знаю, какое. Холодное, теплое. Я запрещаю тебе говорить слово «не знаю». Холодное. Ты описываешь. Тяжелое, легкое. Потряси это. Какой как формы? Хрусталь какой-то. Угу. Откуда он у тебя? Я не знаю откуда, но вынимаю эту. Тебе только что Илья запретил сказать слово «не знаю». Ты это слово забыл. Да смотри, это смотри, это чье-то имущество. Ты сейчас увидишь, кто за этим имуществом приходит, кто проявляется. Ты же достал что-то твердое, ты им трусишь. Это чье-то, ты чье-то разрушаешь, смотри. Да, сломай. Что сломай еще? И увидишь. У кого ломается еще? Ну так ты сломаешь. Почему ты не сломаешь? Сломай. Ты же в своей сфере можешь все сделать, как это ты не сломаешь. Кто тебе ограничения ставит? Говорят, что дураку стеклянный пенис ненадолго. Ты не очень умный, значит, ты можешь все сломать. Давай, я в тебя верю. Ну
Не, образом так ломаю, но ощущение еще такое сидит. О, давай. На срез посмотри, с чего сделано, какая структура. Ну, как я вижу, как что-то алмазное, как бы. Угу. Попробуй сделать это длиннее, вытянуть. Вот возьми за концы и растяни. Что еще растягивается? Где, в какой вселенной? Это часть чего-то. Ты влияешь на часть, ты влияешь на все целое одновременно, потому что все связано со всем. На что еще ты влияешь при этом? Смотри. Наверное, не в хорошей вселенной. Почему ты так думаешь? Почему ты решаешь? Просто смотри. Угу. Да я не решаю. Просто смотри. Отбрось логику. Ты что, на экзамене? Просто смотри. Костя, сейчас я дам волшебный пендель. Буду очень признателен. Смотри, я тебе говорю. Да просто я вижу, как она, как радужный мост такой. Не говори лишнего. Просто это, просто то, просто кто, что. Куда мост? Куда ушел? Вот, иди на тот конец моста. Что там? Ну, это вообще как демонические какие-то существа там с рогами такие. Угу. Такие. Как в этом. В Мстителях-то демон был этот. Суртур или как. Ну. Поймай одного, поговори, либо рога сломай. Спроси, его имущество ты со спины достал или нет. Ну, оттуда вроде. Угу. А спроси, когда поставил, посмотри, когда он тебе это в спину там сунул. Да когда-то давно. Угу. Что такое время? Смотри, что там происходило в тот момент. Ты себя в том моменте видишь? Да я как-то всё вижу, как кротовые норы такие космические какие-то. Угу. Ну ты-то там есть. Посмотри, ноги у тебя есть. Я плечу по ней, а там что-то. Это не кротовые норы, это, скажем так, искажение, искривление пространства. По ним телепортироваться хорошо. Корабли ходят внутри одной вселенной. Посмотри, как ты тогда выглядел. Ноги-то у тебя есть? Или у тебя ног нету? А ну смотри. Но я не вижу, но. Угу. А руки? У меня первый образ вообще какой-то пришел, как зелененький такой. Угу. Классно. А зелененький с руками, с ногами или вообще без руки и без ноги? Ты какой-то, да, непонятный. Очередной пехотинец. Вот рука у тебя есть. Возьми свое лицо, пощупай. Как твое лицо выглядит? Сканируй свое лицо. Просто вот рукой провел, и ты просканировал свое лицо. Как ты выглядишь? Говори. Ну, мне образы приходят, что вообще как... Ну не как улитка, что-то типа это какая-то зеленая. Угу. Таких же, как ты, посмотри на тех, кто рядом. Суть такая с этими. Улитка, с рожками. Угу. Хорошо, смотри, рядом возле тебя кто-нибудь есть?
То есть он не улитка, а такое. Хорошо. Рядом возле тебя кто-нибудь есть? Ну, я видел, как тарелка такая с огнями. То есть ты в тарелке находишься? Скорее рядом с ней. Посмотри, рядом с тарелкой еще кто-то есть? Такой же, может, как ты или другой какой-то. Смотри. Ну, вроде что-то такое есть. Что, какое? Что движется рядом, да? С рожками. С усиками, с рожками. Посмотри, Костя, когда ты говоришь, кто тебя щекочет? Когда должен идти правильный ответ, кто тебя щекочет? Вот посмотри. Не дает, как бы сказать, да. Что ты ржешь прям. Но мне это и Дуси приходит, этот образ. А Дуси это кто? Ну, руководительница сектора гостей. А почему? Вот посмотри на нее. Которая основной луч себя называет. Угу. Почему? Чем она тебя щекочет и почему у нее это получается? Ну, лучами такими. О. Выключи их пока. Возвращайся к той тарелочке, возле которой ты стоишь, и пошевелись. Она сама такая все время смеется такая. Ну, образ матки Роя и пытается по тем же каналам. Только на другом уровне. Отвлекаешься. Теперь убираешь этот фактор, который заставляет тебя вот эти вот наржач пробивает. Пошевели усиками, рожками. Своими? Своими, которые тогда у тебя были. Какие ощущения сейчас идут? Там вообще эти рожки как с глазами такие. Угу. Ну ты ими видел, думал. Это все едино. Они как вибрируют. Вот позвени ими. Что приходит? Ты что, хочешь сказать, что я вот эту гадость был? Звени. Ощущения в теле, какие-то образы приходят. Что происходит? Ну, затряслась рука сейчас такая, как пульсация. Хорошо. Почему? Не знаю. Рукав тогда, смотри, какая рука была. А что за хрень-то, блядь, прям пульсация такая пошла. Смотри, сейчас вы мне по частям разберете, я потом не соберусь. Мы тебя вообще не трогаем. Да я шучу, я-то только рад. Так, все, убирай, это заметно, блин. Что мне новогоднее счастье такое свалить. Ржёшь, блин. Как у него это ха-ха-ха выключить-то, а? Это нужно из него вывинтить. Это там на, всё нужно как вывинтить. Винтилось. Да. Это рептильное вот это, ха-ха-ха, это рептильное. Кто тебе это такое безмозглое. Ну это я так думаю. Еще раз. Это рептильное. У тебя так, есть чем думать, стоит. У тебя нечем думать сейчас. Смотри. У тебя много знакомых рептилий, которые так смеются. Дофига. Особенно Костя. Женщин. Я вам в это... Выключи память. Молчу. Дисциплина сознания. Верхнюю часть мозга, кору, выключаешь. Идешь просто в воспоминания. Транслируешь их в сейчас. Ну, мне всякие образы такие, знаешь, как вот мультик. Какие? Был, вот. Берешь один, рассказываешь. Берешь второй, Алиса рассказываешь. Алиса Селезнёва. Выключаешь, знаешь, память, что? Рассказываешь. Ну, там какие-то цветы какие-то такие, знаешь. Интересные. Описывай цветы. Ну, зеркальные такие какие-то. Хорошо. Ткни палкой.
Ну, зеркальные такие светятся, знаешь, они светятся. Хорошо. Ты когда на них смотрел? Вспоминай себя. Ну вот, когда этим зеленым ты был. Хорошо. Каким ты был зеленым? Описывай себя. Ну, вот много ножек таких. Хорошо. Каких? Коротких. Так. Ну не как гусеница, ну типа того. Какое тело? Почувствуй тело тогда. Ну, ближе к насекомому, похоже. Угу. Оно гуманоидное. Не гуманоидное такое. Я говорю, как в мультиках рисуют там всякие, угу, всякую гадость. Да, ножик 8. Ну, ходил прямо, смотри. Ну, ходил прямо, да. Вот насчет крылышков что-то не вижу. Вроде как и не было. Незачем. Ты только смотри, мой тяжелый случай не выкладывай, а то это же будет вообще позорище на весь мир. Урок всем будет. Как... Не надо, не надо, Илюх. Хватит тупить. Это вообще позорище. Ты не накрашенный, я в курсе, как и Дима. Я хуже, это Дима не накрашенный, а я вообще хуже. Хуже него еще там во много раз. Тысяч. Разговорчики строю. Вспоминай. Что сморщился, что мешает, где? Да просто как крутят всякие энергии. Да, ты освобождаешься от зажимов, потому что ты вспоминаешь. Где что блокирует, где что мешает? Ну по спине что-то такое, знаешь, как восьмерка и кривое. Останови. Распрями восьмерку в круг, что происходит? Ну, в круг, значит, в круг. Угу. Круг, потом в линию. Твои энергии взяли, замкнули в круг, потом свернули, перевернув на противоположностью. Распрямляй, как было. Как его прям брать и вот расстрелять. Можешь укусить. Я серьезно. Что происходит? Попробуй на вкус эту петлю, которую тебе сделали. Из чего она сделана? Ну, какое-то это... Ну, пленка какая-то, я не знаю. Из пленки какой-то. Проткни ее. Что происходит? Ну, сдувается вроде. Хорошо. Возьми душ, вот прямо из ванны своей, и промой. Прям вспомни, как вода только что набиралась, и заливай туда. Что происходит? Прозрачной водой. Вот, заполняй и промывай. Промывай свое сознание, прям мозг также. Позвоночник. И смотри, что с позвоночником происходит.
Прям чувствую нисходящий поток, ясный такое сознание, чистый. Можешь синий цвет взять, абсолютно чистый, и заполняйся сверху вниз прям. Что как мешает? Зажим этот мешает. Ну, убери его, вытащи. Что это? Прищепка, клемма? Ну, вроде клеммы что-то. Ну, вытащи. Не клемма, а как вообще такая, знаешь, воткнуться. Ну, вытащи, и что это такое, посмотри. Штуцер такой. Да, да. Как в матрице, знаешь. Вытаскивай. Что это? Как плойка такая. Ну да, она такая. Со шлангом, наверное, даже. Да. С кабелем. Куда кабель идет? Откуда? С кем соединяет? Ну, с компьютером каким-то. Смотри, что за компьютер. Какой-то здоровый. Кто еще соединен к этому, с этим компьютером? Ну, дофига всяких существ. Смотри всех, описывай ближайшего, наиболее похожего на тебя. Блин, да тут вообще из матрицы всякие идут картинки. Да. Матрица как тоже сидят. Документальный фильм, только, как всегда, изменённый, извращённый. Тоже таких этих сидят капсулах. Описывай, что за капсулы, где это находится, капсулы? Ну, ряды капсул таких много. Да, кто в них? Что это за капсулы? Ну, существа какие-то, я не вижу. Ну, ты тоже в капсуле? Нет, я уже никак вот, не в ней, я просто вытащил ее. Ты штепсель вытащил, но тебе да. Образ пришел, а... Смотри, где эти существа-то? Ну, какое-то хранилище, как ряды. Ну, кто там хранится или что? Дима, ты на связи, Дима? Да, да, я здесь, я слышу. Выключи, пожалуйста, микрофон, если ты не... Это... Очень много шума. Да, да, сейчас, секунду. Тела. Тела чьи-то. Чьи? Опиши тела. Какие? Это вообще больше как эмбрионы похожи. Угу. Опиши эмбрионы. А капсулы, знаешь, какие, как вот в прожилках таких вот всяких. Да, чьи это эмбрионы? Это именно эмбрионы, либо это уже готовые тела, взрослые? Ну я вижу, как эмбрионы. Хорошо. Чьи? Есть, когда вырастает, как выглядит? Смотри, информация есть у тебя. Ну, скорее всего, не люди, что-то другое. Я не вижу, что люди. Смотри, что вот тот штепсель, который ты вытащил, ты берешь, подключаешь его к руке. Можно прямо к лбу, можно к руке. В любом случае это проходит через сознание, через ощущение. И теперь это не в обход сознания снизу, а вот прям сознательно образы идут. И смотри, какие образы идут. У меня ошибки-то, осьминоги всякие мерещатся. Да, хорошо. Это тоже часть роя. Смотри. Что осьминоги делают? Что-то делают. Я просто вижу, что они серые такие. У тебя с ними контакт есть? Был? Ну, скорее всего, был.
Без, скорее всего. Установи контакт, получи информацию про этого спрута осьминога. Не, ну я знаю, что они это вампиры тут. Каори, каори прилепляются. Откуда ты это знаешь? Ну, это вот так. Сеанс. Без были. Так, выключи снова память. Ты смотришь и рассказываешь. Да мне просто образ вообще сейчас такие, такие, знаешь, как... Выдергиваешь а... один, прекращаешь круговорот, выдергиваешь один, рассказываешь. Дальше получаешь приказ, рассказываешь снова. Об осьминогах, о спрутах. Выключить свои мысли. Я их просто увидел, а я не знаю. Что увидел, рассказывай. Ну, что они возле там капсул этих стояли. Так, хорошо. Что функция капсул? Ну, они нам клонируются. Хорошо, капсула клонирования. Да, где они находятся? Ну, как такая большая стена из них. Да. Где стена? На планете какой-то. Опиши планету. Темная, мрачная. Хорошо, где она находится? Ну, вроде не Земля. Когда это было? Ну, идет же вроде давно когда-то. Ну, примерно. Ну, тысяча, по-моему. Хорошо. Берешь этот штепсик, снова посылаешь сигнал. Дать информацию о тебе. Тогда. Ну, я там какой-то из них был. Так ты осьминог был? Нет. Ну да, с рожками. Хорошо. В структуре роя, скажем так, в иерархии, какая функция была и какое положение? Что ты делал? Но не на главных ролях. Угу. Функция. Ну ты сам сказал, что пехотинец какой-то. Функция. Ты снова вспоминаешь, достал. Просто достал. Знаешь? Ну, что-то ближе к навигатору, что-то такое. Да, потому-то эти кротовые норы увидел. То есть я за этим, за пультом управления тарелки. Опиши, чем ты управлял. Ну, вот эта тарелка космическая. Хорошо, как она двигалась? Вспоминай, чувствуй. Ну да, вот по этим каким-то пространствам быстро так передвигалось по таким скоростью такой. Откуда куда? Описывай. Ну, с этой планеты, куда-то я не знаю. Куда-то.
запоминай. По другим планетам. Погрузись в себя, в то тело создания, полностью чувствуй, вспоминай. Ну там космический флот был вообще. Как выглядел флот? Ну много кораблей разных. Описывай. Ну там и большие, и мелкие вокруг него. Большие самые описывай. Такое-то. Самые большие описывай. Как цилиндрический такой. Так. Длинный такой. Да. Описывай еще. Его функция. Вокруг него разные такие маленькие. Так, еще больше были, самый большой описывай. Ну там вроде треугольные были. Угу. Какие еще? Самые большие просто. Ну там как база вообще такая космическая. Да, где база, смотри. Ну, возле планеты какой-то. Угу. Как выглядит база? Ну, огромная такая. Форма. Ну, вроде плоская. Такая длинная, но такая тоже длинная, плоская. Не то, что плоская, как, не знаю, как прямоугольник плоский. Из себя в тогда, посмотри на себя в сейчас, вокруг, что видишь? Какие-то, может, формы, сгустки, структуры? Что-то мутное какое-то, мутняк какой-то. Угу. Проясни. Отдели себя от мутника. Тоже что-то насекомое. Вот тогда была, смотри, некая ясность, четкость. А сейчас что? Я не чувствую это неопределенность. Вот, источник неопределенности. Убери ее и найди источник. Какие-то все энергии вижу легкие. Какие, смотри. Вокруг меня. Ну вот убирай их. Вот посмотрел из тогда, увидел энергию, вернулся сознанием в это тело, укусил эту энергию, разобрался, понял откуда, что, как. Рассказывай. Что-то меня аж это крутить начинает. Ага. Потому что цель закружить, да, в том числе. Смотри. Останавливай кружение. Как только ты осознал, ты уже контролируешь это все. Давай, осознаешь, описываешь. Осознаешь, описываешь. Пошел. Время не резиновое. Работаем.
Описывай. Ну, они все вокруг меняешь, как, знаешь, как ДНК такие. Останавливай. Ставишь перед собой, описываешь. Крутится. Разбираешь. Отставить смехуёчки в строю. Костя, работаем. Я не моно. Ты бы меня хоть предупредил бы. То я вылез. А тут такое. Нам зачем эта информация? Работай. Все это как кокон, как наш, как у бабочки, завернут на всякие слои такие. Разбивай кокон и смотри, откуда он. Слои разворачиваешь. В комок, в снежный ком. И рассматриваешь, что это такое. Ну просто они как из материи так сделали. Пытаюсь. Тебе нужна эта материя? Раскрутить пытаюсь, сжечь их. Давай работай, укуси. Съешь, как ощущение. Вот один комок съедаешь. Рассказывай, что происходит. Наверное, плотная такая. Угу. Откуда пришло? Как ткань, говорит. Ну вот ты ешь кусок хотя бы, даешь подсознанию, энергетике приказ переработать это, усвоить, переработать. Ты отделяешь от себя, говоришь, что это чужое. Это способ работы, борьбы, настройки себя на очистку. Нифига себе, меня закрутили, блин. Никто не обещал, что будет легко. Работай. Как куколку. Когда тебя кто закрутил? Смотри, рассказывай. Когда не вижу, наверное, в рое когда-то. Без гаданий. Выключи гадалку. Не вижу. Ты смотришь. Хорошо. Кокон вокруг тебя твой? Нет. Чей? Убирай. Наверное, это... Начальство роя постаралось. Выключи гадалку, ты достаешь, реально. Ты думаешь, нам тут троим удовольствие доставляют слушать твои смехуёчки? Игрушки, что ли, или что? Тебе нравится в этом говне быть? Оставайся. Смейся. Или работаешь, или... Херней страдаешь без нас. Собрался, понял. Опять нырнул туда, смотришь на сейчас себя. Ну сейчас почище. Они как мою ауру так вот закрутили, вот ткань эту. До этого. Раскручивай. Размотал. Хорошо. Что еще мешает? У нас все под лопаткой, правда, ощущения остались. Угу. Потрогай там рукой, что там? Ну как дырка такая. Угу. Залечивай. Как рана такая. Хорошо.
Вокруг головы что, смотри, в голове. Тоже как шлем космонавта. Хорошо, смотри в этот шлем. Какие у него функции? Ну, как ограничивает. Он сейчас ограничивает или он тогда был? Этот шлем когда появился? Давно. Угу. Смотри его функции, кто поставил, когда. Не, когда зеленым был, там не было шлема, там прям эти рожки такие с глазами, как бы. Да. Сейчас. Сейчас это когда появился? Ну не прямо сейчас, но уже стоит прилично. Кто поставил, когда? Функция защита, связь, какая у него функция? Ну, вроде как защита, да, но... Протри я его. Смотрю, через него ограничения. Хорошо. Ограничивает от других пространств. Протри его тряпочкой. Кто тебе его поставил? Там не видно, там тоже как искажаются, как стеклянные. Хорошо, тогда сломай и сними его. Или наоборот, сними и сломай. Вроде как подмышкой держу. А зачем? Ну, снял его. Смотри, у него функция связи есть. Больше, наверное, защитник. От чего? Тоже от кого защищает? Связь шла от тросов, в смысле штекеры, которые вот внутри были. Хорошо. Тогда сейчас он не нужен. Или нужен? Оставишь на память? Нет, не нужен. Уничтожай. Молотком разбивай. Чем хочешь, можешь лбом, он тверже. Я уже его сам сломал. Разбил, там музыка. Смотришь голову, щупай свою голову сейчас мысленно, руками эфирными. Как она выглядит, как ощущается? Ну, что-то такое светлое, как солнышко или жемчуг такой. Хорошо. Что вокруг еще мешает? Что не светлое, не солнышко? Вроде не мешает уже так. Но вокруг головы не мешает. Хорошо. Вокруг тела. Вот это все от этой. Там мне еще нет больше ничего вот, на спине. Ну, расскажи нам, где у Маш... тебя что есть. По-моему, рядом еще воткнут где-то, между лопатами. Вытаскивай. Да, есть скобы несколько. Ну, тоже такой же. Ну, ты посмотри, куда идет вот это. Позвоночник. А вот это из позвоночника куда идет? Ну, тоже по шлангу, по тросу. Что на другом конце троса?
тоже какое-то такое строение компьютерное большое. Подумай им. Раз есть соединение, значит провод для связи. Что это за компьютер? Но он в здании такой, какой-то светится он какой-то. Где это здание? Тоже там на планете стоит. Хорошо. Это тот же самый, что и первый штекер, либо другой? Ну, по-моему, тот же. А зачем один и тот же, только два штекера? А, нет, вроде другое. Угу. Вот смотри, когда появился первый штекер, когда второй? Ну, тот раньше, позже. Вот этот что позже? В момент присоединения смотришь на себя, каким ты был? Этот вот как искусственный интеллект, там, компьютер такой. Угу. В момент присоединения вот этого, как ты выглядел? Ну, ты же как человек уже. Описывай. Конкретно не вижу, вижу, что вроде человеческое тело. Да. Но не факт, что... У тебя всегда человеческое, да. Потому что оно свое. Руки вытяни и вспоминай ощущения. Сколько рук, ног? Какое тело? Как выглядело, смотри. То вообще тоже идет какая-то зеленоватая, как у Халка. Угу. Что делал? Что военные функции какие-то. Пока не вижу конкретно, что делать. Кто рядом стоит? Лежит. Что вокруг? Что-то меня все крутит, блин. Угу. Не могу, что как знаешь, крутится. Останови кружение. Почистись. Впереди еще третья подключка в третий период роя. Разные тела, разные функции. Вот там, где внизу. В жопе это, как всегда. Вырубай. Хихикалку, блин, я не знаю, сейчас возьму молоток и стукну по тому месту, где там мозги должны быть. Такая защитная реакция просто на ха-ха пробивает. Только не выкладывай эти уболи. Илья, надо записать для архива. Для архива. Ты знаешь эту фишку, да? Для архива только. А что? Для архива в том числе. Ничего! Видит? Смотри, вторая подключка, комп. Твои функции.
Что, какие сигналы команды? Я же на третью смотрел, где этот у меня. Ты до третьей еще не дошел. Поясница. Третья выше. Вот поясница это первая. Ну, я три только увидел. Под правой лопаткой, потом рядом на позвоночнике. Угу. Где поясница третья. Ну вот. Все тоже штекеры. По мере появления пронумеруй. 1, 2, 3. Самую древнюю, среднюю и самую позднюю. Вот как сказал, так они где-то есть. Первая под лопаткой. Так, вторая это между лопатками. Угу. Третья поясница. Угу. Астронавигатор. Первая. Правая лопатка. Да. Было подключение как-то к любому месту. Еще самый древний рой, да. Вся нервная система была соединением. Поэтому как к телу просто. И рой был другой. Потом в нервную систему центральную, да. Смотри, функции твои. Какие мысли, идеи, что было приходило от той подключки? Лови прям сейчас. Там агрессия какая-то. Угу. Я говорю, почему мне Халк образ пришел. Что ты делал? Крушить. Да, штурмовик. Как выглядел? Да это здоровый вроде тоже. Угу. Руки, посмотри на руки. Тогда. Да мне все этот идет, образ Халка этого, как он примерно. Не знаю почему. У Халка сколько рук было? У Халка две. А там? А там может и больше. Посмотри, кто рядом. Что мешает вспомнить? Найди эту структуру. Формулизируй. Уточни. Определи. Позиционируй, как угодно. Канализируй, канал выдели. Ну, вот это желе все, которое... Прояви. Ну, съешь ложку этого желе. Теперь это еда такое, для тебя. Да. Угу. Не, оно по вкусу нейтральное. Не, то есть, безвкусное. Ну, начинай есть. Съешь все. Промой дальше. Какие-то линзы идут. Линзы какие-то вокруг какие-то. Сломай одну линзу. Съешь. Кто ж меня так замуровал? Демоны. Замуровали демоны. Да, были демоны, мы не отрицаем, но они самоликвидировались. Не отвлекайся. Это ж как накосячишь надо было, чтобы мне. Косячишь ты сейчас, тогда ты все правильно делал. Смотри, как ты думал, чем ты думал. Вспоминай. Через эти тросы каналов думал. Угу. Вспоминай те мысли, что приходит. Компьютеры, от интеллекта, это, с компьютером думал. Ну вот, через компьютер. Думай сейчас так же и рассказывай, что думается, ощущения.
Фух.